Их служба и опасна, и трудна. Но выбирают профессию полицейского всегда осознанно. А это значит, что 12 ребят, которые стали выпускниками класса будущих полицейских, работающего на базе Центра творческого развития и гуманитарного образования «Романтик», наверняка знают, кем станут в будущем. Учиться нелегко, но после окончания занятий каждый выпускник класса может решить, связать ли свою жизнь с работой в полиции. Даже если подросток в итоге не идет по стопам старших товарищей и педагогов, полученные в ходе обучения навыки обязательно пригодятся в обычной жизни. Самое главное, что они получили, это объем правовых знаний. Те знания, которые они здесь получают, они все равно им пригодятся в жизни, в любой ситуации. Если когда-то им придет принимать решение трудное, да, они всегда его примут правильно, грамотно, в соответствии с действующим законодательством. Вот это нас радует. Вот эти навыки, как ты думаешь, они пригодятся тебе в жизни? Конечно, потому что закон нужно соблюдать всегда. Сами учителя, имея за плечами богатый опыт службы в полиции, уверены. Ребята приходят учиться в класс, чтобы ближе познакомиться с профессией. Те, кто понимают, что сделали правильный выбор, в итоге поступают в специализированные вузы и идут работать в полицию. Они идут со знанием дела для того, чтобы обучаться. И очень, кстати, приятно, что набора 2013 года, который выпустились в 2015 году, в прошлом году, в сентябре месяце, пришли сюда у нас два следователя. Проект «Класс будущих полицейских» реализуется с 2013 года. Программа обучения в классе рассчитана на 2 года. Поступить сюда могут учащиеся 8-11 классов. В классе ребята проходят несколько курсов – уголовное право, виктимологию, основы оказания первой помощи, самооборону и другие. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.